Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Безвуляк, и я преподаватель живописи в ЦУМИЕ. Я приглашаю вас на мой новый курс, который посвящен хурме. Хурма – любимый фрукт японцев. Его выращивают практически везде, и везде он осенью продается. И художники очень любят этот сюжет, и с хурмой пишут натюрморты, открытки, пейзажи. И на этом курсе мы с вами все это узнаем, попробуем. И буду рада видеть вас.